Совсем недавно у нас прошла первая выставка мобильных фотографий, на которой были представлены лучшие работы, сделанные на смартфон. Пришло много людей, мы общались, отвечали на вопросы и, конечно же, делились советами друг с другом. Кроме этого, желающие попали на интересный мастер-класс с кучей призов. Как мы и обещали, выставка будет проходить регулярно, и второй ивент состоится уже в субботу 30 июля. В этот раз мы распечатаем не только фотографии победителей рубрики MobiFoto, но также работы нашего комьюнити. Чтобы именно твоя фотография попала на выставку, поставь хэштег #KadrMobiShow2 на один твой шедевр, сделанный на смартфон. На один. Отметь только одну фотографию. Хэштег можно поставить только один раз. Лучшие снимки, по нашему мнению, окажутся на стене выставки, а по ее завершению вы сможете забрать их себе. Остальным же мы предоставим возможность прямо на выставке распечатать свои лучшие фотографии и повесить их на специальном стенде. Выставка пройдет в студии F11, которая находится по адресу улица Вячеслава Липинского, 4, на втором этаже. Двери выставки будут открыты с 12 до 18. Вход бесплатный и свободный. Но если вы захотите участвовать в розыгрыше ценного приза, зарегистрируйтесь по ссылке в описании, распечатайте билет и уже на выставке бросьте его в специальный бокс. С 15 до 16 в соседнем зале состоится мастер-класс, где мобильный фотограф расскажет о том, как сделать ваши фотографии на смартфон еще лучше. Вход на мастер-класс в этот раз снова бесплатный, но количество мест ограничено. Поспешите зарегистрироваться по ссылке в описании. При входе на мастер-класс вам нужно будет предъявить билет в любом удобном для вас виде. Хотим сказать спасибо нашим спонсорам, компании Samsung, Gramophone, Cifralab, Black Eye, Canon и студии F11 за их теплый прием. Без них этот ивент не состоялся бы. Увидимся на выставке.